Чтобы взять с поличным, была разработана спецоперация. Были проработаны все детали. Был задержан автомобиль «Жигули» 14-й модели, в ходе досмотра которого в салоне было обнаружено наркотическое средство «Героин» более 100 граммов. Наркотик был упакован в полиэтиленовые мешочки и тщательно упакован в пачку из-под сигарет. В это же время сотрудники наркоконтроля проводили осмотр жилища у самарца. У него также в квартире был обнаружен наркотик.